С днем рождения, любимый Нижнекамск! И эстафету мы хотим передать сообществу автолюбителей в Нижнекамске Like to Cars. Like to Cars основалась 2 года назад, и она была создана для того, чтобы все автолюбители друг другу помогали на дороге. Случись какая-нибудь ситуация, там колесо спустило или там кто-то не завелся, обычно зимой такое бывает. Там буквально 5 минут, как вызвал такси, короче, позвонил ребятам или написал: ребят, у меня такая ситуация, обязательно, ну, я не говорю то, что все сразу подъехали, там кто-нибудь, да, по-любому подъедет. В плане отдыха тоже собираемся, бываем на природу выезжаем, там вот шашлыки, плов. С днем рождения, Нижнекамск! Я как администратор группы Like to Cars передаю эту эстафету Пенсионному фонду Нижнекамска.